Game on! Всем привет, друзья, с вами ММА, сегодня в роли трудяги, сегодня будет очень важный ролик, нужно будет из пулю затащить всеми силами, так как с рандомом я так и не сыграл, и это очень важно, потому что мы тогда сможем открыть нового перса, которого раньше бы никак не открыли, если бы не изменили полностью систему. И еще очень важная инфа, это то, что я узнал, вроде бы Фрэнк кому-то в Твиттере ответил, что ШД Плюс не вернут, а получается, что... прокачать вот так вот аккаунт, ну, с нулем кубасов, что-то прокачать, что-то там открыть квестики, там, мапмейкер или, допустим, силовую лигу, вот очень жалею, что я ее не открыл, уже не получится, чтобы потом вернуться на 0 кубасов. И мы, получается, если прокачаем аккаунт на full 64 перса, это будет просто уникальный аккаунт, и, возможно, даже со временем пойду просто на нем, там буду постоянно скримы играть, либо что-то еще, посмотрим. Обязательно перед началом закидывайте лайк, короче, по этому аккаунту реально большие планы, но самое главное это сейчас затащить, и, конечно же, ваш кодик, поддержка ММА очень важна, спасибо большое. Все, если по лайкосику сейчас поставят, то мы эту испу затащим даже с самыми худшими рандомами, которые только бывают, хотя у меня нету вот этой планки измерения, да, потому что я иногда встречал таких типов, которые вот реально эти рекорды все побивали, но давайте начнем с первой карты, и у меня есть неплохой перс, попробуем как на мобильности затащить. Пойдем на Карли, и еще, кстати, там была очень топовая акция в магазине, ну не знаю, может и... не будет смысла брать ее. Может и так затащим без этого. Ой-ой-ой, какой центр сочный. Найс, у нас уже больше 5 банок, наверное, да. Сейчас еще 7-й заберем. Тикули, ты чё? Я на охотке в ШД против 5 тика стоял, думаешь, одного не оселю? Рогалик. Нормальное название, чистое. Булочка. Так, поможем нашей пчелке. А кто нашего прибил? Я что-то даже не увидел по табличке, кто это был, но... ладно, без разницы особо. Пайпер, я смотрю, ты неугомонный, да? Хочешь в лобби? Окей. Погнали. В лобби, походу, отправим сейчас мы. Ну, просто пережди, чел. Эти баночки не зарешают. Ну, куда ты идешь? Гаджет. Уф. Окей, победка есть. Давайте чуть потише. Громко сделать, как-то сильно орет. Вроде тут нормально стоит. Окей. 50 мы собрали. И вроде бы сделать еще 2 победки. У нас будет Бо, которого мы бы никак не открыли. Потому что он в пути трофейным был. Это самое, блин, самое крутое стечение обстоятельств, которое могло быть для трудяги. Потому что открыть этих персов было бы нереально. Без сбора этих кубасов. Ну и пути трофейного. Найс. Едем дальше. Вольт медленный.
Уже нет. Но поджат в ловушке, Бажлар убила, бум! Вот они, тихони, да, которые в классе самые тихие. На вольте нападают. На всех. Змей Костик. Ой-ой-ой, кибермул. Кстати, у этого скина есть очень прикольная тема. С его ультой. Когда ты, допустим, сейчас был такой момент, мне ульту сбили, но вот вокруг эти его... Как его там? Гаечные ключи или что это? Обрезок трубы. Ну, короче, вот он дальше продолжает крутиться. Ой-ой-ой, 10 не хватило. И это иногда может в каких-то моментах вас сбить. И вы подумаете, что у него ульта продолжается. Да, как я сказал, еще две победки не хватало, но вот и как раз сейчас на этой победке заберем. Взял еще именно дамаг и хилгер, потому что хилгер иногда спасает вот именно, когда там с кем-то рубишься, друг друга поджали. Пару секунд, и у тебя очень много хп восстановится, и ты уже будешь в преимуществе по хп. Сможешь рашить его и добивать. Вот так вот работает иногда. Это порой круче, чем просто щит. Ничего себе, тут рубил его. Смотрите, у меня 1700. Уже, ну, он там банк, конечно, подобрал, но уже 5к. И минус чел. Ну, короче, хил, вот смотри. Было 3 с чем-то, потом 5600, сразу 7к. Ну, просто нереально сильно восстанавливаюсь. Особенно, когда у тебя много хп. То есть, это очень сильно решает. Че за ник? Чисто стоимость. Все, это победа. И мы забираем бошку. А дальше у нас на очереди Амбер и Спайк, да, по-моему, если не ошибаюсь. Это две леки, которые у меня остались. И самый последний перс это Сту. Это стушка, которая как бы вообще легко дается, по идее, если у тебя кубки есть, ты его просто бесплатно забираешь. И залетает Бо. Полетел, родной. А, мы можем поменять, да? Ну, пусть Бо будет. Теперь надо открывать Легу. Эй, Амбер Спайк, Амбер Спайк. Давай, чики-брики, пальчик выки. Ну, если выкидываем Амбер, значит берем Спайк. Окей. Вот здесь есть очень жесткие акции, но это не хватит на Лего, да? Но, в принципе, блин, можно было бы купить. Это получается... А, нет, как это работает? У нас будет Спайк, потом будет Сту и будет Амбер. Офигеть. И будет сколько по персам? 64, да? Да. Но пока все это произойдет, скорее всего, уже какая-нибудь обнова, может, будет, и уже новых персов откроют. Короче, весело будет. Ну, если что, это начнем с ММА сразу, там, у ММА запасы кредитов большие, как в банке кредиты. Громадные. Эй! Немножечко, так сказать, подловили на ошибочки, да? На расслабончике, полез называется. Пожалуйста, не иди, братишка. 5 секунд, подержи центр. Не иди! Ну, пожалуйста! Почему вы так любите все или ничего играть? Вот этому вольту мы отомстим. А Максюха... Не, слишком долго летел. Пока приземлился... Уже ульту даже поздно было нажимать. Не то, что там лететь на этой ульте куда-то. Так, 6 секунд. А где Макс? А, вот тут сидит. У нас кру... Блин, вот этот Макс надо наказать. И Джеки, да Джеки. Ой-ой-ой, сколько баночек. А, то есть ты... С Макс боялся рубиться, да? К нам идешь на изи. А вот и Брок сидит. Ну все, это победка.
И мы отправляемся дальше. Давайте добьем те 150 кредитов уже. Начнем. Ну, если, конечно, получится это. И еще соберем запасы, которые у нас есть. Может, на спайка хватит, не? А, уже осталось две карты. Что-то в этот раз вообще легко летит. Не как обычно с рандомами бывает. Либо просто на персе норм идет, либо то, что это не первый день испы, и уже все многие там хорошенькие сыграли, типа. Кстати, это вот тот угол, про который я рассказывал, что здесь... Блин, жалко, пацана так и не загрузился, а уже минус жизнь будет. Вот это то место, где за банку рубится, и она иногда там четырехзначная сидит баночка. Очень устал. Как же я понимаю этого склика. Очень устал. Реально гениальный ник. Чел там и гаджи жмет, и все жмет. Пабло. Ты тот Пабло, что типа Спайк, или какой Пабло? Лови Пабло. Блин, мне такого Сквика даже жалко добивать, у него ник и так. Реально бедолага. И... А, кстати, этот очень устал, выиграл, топ-2 стал. Они там кого-то добили сами. Найс, это есть победочка наша. Какая? 7-я, что ли? А, 5-я. 5-я, 6-я, да, 7-я, 8-я останется. Найс, как залетает. Сочно, у нас еще потом 500 награда, еще 150 и спрейчик. Отлично, отлично. Сейчас мы соберем кредитиков. Так сказать, Лего купим в кредит. Ой, 3 банки. Но можно Гром сейчас побежит за ними. Можно его подловить, если получится. Да блин, хотел Грома подловить, а подловил Кроу. Или меня подловили. Помогите. Смотрите, у меня 1600 хп. Одна секунда. Бам, 3к. Бам, 4. 5800. 7к. Ну, очень быстро восстанавливаюсь сюда. Так. О, сейчас динамайка. Ай-яй-яй, откуда ты решил тут чекать-то? Улетаем. Смотрите, у нас 1к. Ай, Кроу! Ох ты, зараза, хилиться не дает. В кустах сидит чисто крыса. Так, нашего типа убили. Леон Лёня его наказал. Леон Лёня. Офигеть. Погнали, попробуем найти этого Леона Лёня. А вот и Леон Лёня. Здорово, Лёня. Блин, ник, конечно, у него крутой. Найс, это победочка у нас какая по счету? 6-я. Осталось 2 победки, сейчас хорошая награда полетит, плюс 600. И теперь нам осталось собрать 150 кредитов на Лего и спрейчик, все. Вроде бы здесь карта тоже может неплохо зайти. Еще без счета игра, именно тычка быстрая. Вы смотрите, сколько у Эвы? 1300. У меня уже почти фул. Чел до сих пор хилится. Это нереально крутая штучка. Ах, хилгер. Пожалуйста, убегай. Даже после того, как меня добили, все равно вот это крутится. Фигня. Обидно, что я вроде бы столько банок должен был, по идее, забрать. И в итоге вообще ничего не собрал. Вот у нас две банки, которые я с меда взял. Все. Спасибо, что хоть оставляешь. Бывают типы, которые просто...
все собирают, пока тебя нет, и ты потом. Спасибо, что поделился. Такое тоже бывает. Но я так не делаю. Если только если чел так косячит, вот я потом, если он там, его не станет, и он пока появится, я все соберу и, в принципе, не оставлю. Два в упор просто дает, и это луз. Не, он за нами не пошел, повезло Джесси, он бы сейчас. Замораживаю, а у тебя другой гир, ё-моё. Уху, чё творит Джесси, чисто в соло захерил. Да, тут хана уже, один с банок уже ничего не сделаешь. Но это без разницы, потому что мы и так победили. Джесси чисто раскидал соло. 150 кредитов залетает, и у нас уже скоро будет лего. Шучу, конечно. Раньше шутки у меня от души, конечно, были, сейчас уже не тот. Вот раньше, когда 17-е года записывал, еще еле разговаривал на ролик. Это сейчас образовался такой, стал умный по горшкам дежурный. Кстати, еще момент очень интересный и важный. Когда ты играешь, очень сложно к тому же еще и комментировать и болтать, что-то говорить, потому что фокусироваться сразу на два дела, это не так легко. Но в целом... В целом, реальная вещь, которую, в принципе, возможно делать. Сашулик. Я думал, Саша Жулик написал. Вот здесь кто-то был. Не будем сильно рисковать. А, вот он. Еще надо у Честера всегда тычки считать. Сколько у него сейчас заряженных. У тебя заморозка? Да, заморозка. Это чел минус. Второго можно поджать. Давай, Сашилик, лети! Давай, лети, лети! Вот это залет. Ну и тащи рухана. Правда, баночки иди забери через дым. Ой-ой-ой, кубик-кубик. Кубик-кубик на вольте, это наш, что ли? Не, не наш. Пошла заморозочка. Чел прыгает. Ту, найс, найс, ребята, мы ни разу не проиграли. И Карл здесь реально неплох был. Чисто на мобильности двигались. Мы затащили эти победочки. Давайте заберем два спрейчика. И теперь соберем все награды. Так, зайдем. Предыдущий сезон. У нас тут есть небольшие запасики. Спайк открываем. Легу добываем. И потом на фулл ак прокачаем. Ну, прям, конечно, не очень прям интрига, да? Но еще вот эта акция непонятна. Ясно, ясно, я понял. Просто с игры вылетел и все. Причем даже не понять, что произошло, что я не так сделал. Я там дабл-клик, что ли, сделал? И у нас в итоге по персам 61-64 остается открыть спайка, Сту и Амбер. И это будет фуловый аккаунт. И это будет потом, наверное, надо все скинчики купить, да, там, чтобы играться на них весело было и так далее. На каждого по персу по скинчику. Ну, и будем на этом подводить итоги. Обязательно следите за этим аккаунтом, потому что народ с ним реально теперь уже будет супер, все важно, будем аккуратненько все прокачивать четко, чтобы не допустить ошибок, потому что ШД плюс уже не вернут. И
Поэтому будем с вами прощаться. В общем, с вами был ММА, с вами был Трудяга, была и Спас с рандомами. Так что обязательно закидывайте лайк и приходите завтра. Завтра, возможно, есть два варианта. Один могу спойлернуть, возможно, это будет фулл гайд на перса. Либо же другой вариант, который спойлерить не буду, чтобы было так интереснее. Поэтому с вами был ММА, всем удачи и всем пока.